Ай, да, чё? Да ты же хотел. Да чё? Давай, короче, пошли. Куда? Вы уроки не сделали еще? Нет. Делали! Делали! Привет, Ютуб. Привет. Ты слышишь на Ютуб, что ли? Да ну нафиг. Что ты по-русски пишешь? Блин, я бы сейчас сюда зашел с камеры, вдруг там кто переодевается. Твой плачет паспараш и звук матрас клоповый поверх шконки. Кто нет, хотел видос? Это не я. Кто красный, покажи. Звук ставили? Нет. Это должно попасть в тутор. Короче, ты навсегда тот день запомнишь. Я давлее, чем Данилов, наверное, был. А не, Евченко Марина, все. Ничего себе тут это. Прикинь, да? Да не. Даже не перекрашено. Нет, было здесь красное. Я помню, здесь красное было. Красное по центру было, мне кажется. Е, бой. А, закрыто, бля. Вот ты помнишь, где 10-й кабинет? Ну. Где? Там. А вот он, вот. Мне кажется, смотри, сейчас там сидеть не вариант. Потом уж, когда закончится мероприятие, учителя выйдут. Да, там обнимашки, целовашки и все, и домой. Но ты за Хамидом? Она вернулась? Да, Валек, это заслуженно. Учителям тут, видишь, смотри, даже фотка черно-белая. Че, свежак, что ли, не смогли сфоткать, думаешь? Сайт. Понятно. А, света, как всегда, не включили. Да, зачем? Экономия. Ну да, ибо них. Энергосбережение. Вот как раз они, походу, сыграли мою игру в ЖЭКа. А вот я слышал, типа, каждому школьнику что-то, какой-то чип дали, и видно, он пришел в школу или нет. Это правда? А, это не в нашей школе. Не это есть, шестая, это в третьей школе, есть в шестой школе. Да, так, да. Да. Изменилось. А что, тебе от этого лучше учиться было? Ну, комфортнее, по крайней вообще мере. Вообще не думаю. Младший блок. Здесь мы были, в этом младшем блоке. Да. Вот там мы всегда в толкане дрожжи кидали. Значит, ты ни разу не кидал. Нет, я кидал. Ты что, не помнишь, как... А, вот это всякое не помнишь. Вот это мой кабинет. Е-бой. 19-й. Ай, вот Василий. Василий, да. Спортзал, наверное, такой же деревянный. О, тут это точно спортзал. Он по-любому закрытый. А нет. Открытый. Open the door. Охереть, вообще ничего не видно. Бу. Давай, ксенон, врубаем. Что за роспись? Домино. Ой-ой. С тобой сижу. Блин, норм чел. Да нет, нифига. Я молодой. Я прячу наркотик всегда в крови. Я вот таким был в школе. Ну, это что такое? Ну, все такие были. И сейчас то, что скулы выражены, пацаны сидят такие. Очко. Говорю, садитесь там. Ну, жарко. Тут жарко было. Очень жарко. Пиарчик мне организует. Какой? Топовый. Топовый. Подписывайся на канал. Стучалась я до вас. Да, здравствуйте. Остальные где? Здравствуйте. Но написал троим. Наверное, учебу у них. Конечно. Вот мне интересно, напор нормальный? Блять! Ладно, камера сухая. Да я все помогу. Не видели. Ну правильно так будет. Что?
Что? Что это такое? График работы комнаты психологической разгрузки. Оп, сюда так за курткой. Да и дверцы, тут вообще все по-другому было как-то. Да, кстати. Тут стена была, стена не существует. Замки вишки сделали, я вообще заметил. Раньше же висячие были. Да. Ёб твою мать, не пинай баскетбольные мячики. Получишь. Мы сейчас поедем с козлятами играть. А что задавали? Стих большой учить. Какой? Ничего не видно. Пошли. Что, душ открыли вообще? Ты какой душ? Кто тут мыться-то будет? Школьники особенно. Не, раньше были, кстати. Помнишь, как тут патиной пахло после физры? Толкан, не обнови. Блять, закрой, а. Ну что, походу, с того момента. Так же пахло. Ничего не поменялось. Вообще, мне тоже, слышь, говорит, типа, о, поздравляю с покупкой, тащи такое, а ты откуда знаешь? Да вот это у Санька увил там это в рекомендованных. Рил? Рил. Он говорит, посмотрел и это. Оценил. Да. Отец! По номеру! Сразу бабий магнит. Всех скалерил. Салаватский район, город. Нет, нет. Салават при. У него нет своего района, он к Шибайскому району прилегает. Я тебе знаешь, что скажу, Валёк? Нет. Вот смотри, пожалуйста. Ха! Я когда, смотри, ехал от Уфы через, короче, в ЕКБ, я еду вот тут, Салават. Я такой, чё за хуйня, Салават же, вот. Ты чё? Камеру. Здравствуйте. Как вы звали? Сейчас я скажу. Елена как? Не. Галия Мергалиевна. Галия! Галия! Да, я помню. Как? Я всех забыл. Я забыл, как спрашивает сон. Как ты помнишь? Это душе близко, понимаешь? Мне все говорят, что у меня плохая память, но это я не забуду. Эти танцы. Ты не можешь забывать. Ё-моё. Закрыто. Дон-дики-дон-дики-дики-дон-дон. Кого обнимашки пойдем? Да, я не знаю, вот. А, ну ладно, давай. Вот, да? Так, Санек, ай. Когда мы собирались через 5 лет? 2017, наверное, 19-й. Вообще не помню. Я тоже не помню. Мне лично. Ох, как слушали, как слушали. Если ты с автоматом все. Пошли, понеслась душа в пляс. Что за долбоёб, блядь, орёт? Ну видно же, это кабардинец какой-то. Еблан, блядь. Из-за него вот тут, кстати, тебя скрывали. Заткнись нахуй! Уже можешь жениться, все. Да я и так смотрю, стоит, думает, куда надо. Нет, нет. Ну, типа, люди типа с неправильной ориентацией ходят с такими хитрыми. И все, и как-то так на это закончилось. Халяр не сяк. Якши. Эй, бед, надо говорить. Самая бед, да. Ностальжи пришла. Чё? Аня. Вот, купил, доволен, никак не жалею вообще нисколько. Малорик, малорик. Директор подходит к своему копке. Вид, типа, ты... И спрашивает его, типа, ты правильной ориентации? Он говорит... Тебе что, доказать, что ли? Такой, зови жену свою. Он такой, типа, да, да, все такое. Или ты пират? Я не знаю. Вторая неделя. Он знаешь, его спионил. Скольки часов. Частика. ГДВУ. Бля, вот казалось бы, аудитория-то намного больше. И именно местная, чем я то себе представлял. А? В сторону Ленина не поедете? В сторону Смоленина поедем. Но помогает своим сдавать экзамены. Он ему помогал в первую очередь. Не только, не только. Вообще ничего не видно. Не лезь, блядь, дебил, сука, ебаный. Ты
чё, хуёво тебе сказали, что ли? Залезь нахрен нога обратно, блядь. Блядь!